Сегодня мы с вами записываем видео о том, как же зарегистрироваться в проекте CryptoHands с телефона. Итак, вот здесь вот внизу у меня значок со щитом. Синий – это Trust Wallet, кошелек, собственно, который как раз таки поддерживает смарт-контракты в эфириуме. Собственно, вот мы через него сейчас зарегистрируемся. Вот здесь вот внизу у нас есть dApps. Это внутренний браузер, который уже встроен в этот криптовалютный кошелек. Мы нажимаем на него. Вот он выглядит как 4 квадратика. Здесь сверху у нас есть поисковая строка. То есть строка, куда мы должны вбить реферальную ссылку нашего спонсора. Нажимаем Enter. Сайт у нас пригружается. Дождаемся полной загрузки. Сверху у нас есть значок с человечком и с плюсиком. Нажимаем на него. Здесь выходит ошибка, якобы нет реферальной ссылки. Нужно дождаться до конца. Вот сайт теперь полностью пригрузился. Нажимаем регистрация в 1. И нам кошелек выставляет вот такой вот счет. Здесь есть внизу кнопочка «Одобрить». Нажимаем на нее. Все, транзакция отправлена. Теперь что мы делаем? Мы возвращаемся в наш кошелек, обновляем его. Ну, собственно, ждем, пока транзакция пройдет, пока она завершится. Я пока нажму на паузу. Так, транзакция у нас прошла успешно. Ну, где-то заняло это все порядка минуты. Мы, значит, теперь заходим опять в браузер, который есть внутри кошелька. Удаляем реферальный номер нашего спонсора. Нажимаем кнопочку Enter. Так, ошибочка. Делаем до конца. Итак, вот он пригрузился. Можно просто CryptoHands ввести вручную. .org. Нажимаем на ключик. Сайт грузится. И вот здесь вот логин automatically. Все. Мы зарегистрировались. Теперь система предлагает нам сразу же повысить уровень. Мы этого пока делать не будем. Здесь можно выбрать язык. Русский. Ну и, собственно, все. Здесь вот копируем реферальную ссылочку и начинаем работать. Всем больших чеков. Удачи вам в работе. Проект просто потрясающий.